Интеллектуальная транспортная система, которая способна самостоятельно распознавать знаки и следовать линиям дорожной разметки. Кто-то скажет, что подобные изобретения – далеко идущие планы ученых, которые воплотятся в жизнь лишь спустя десятилетия. Но для воспитанников школы информатики «Вектор++» – это уже абсолютная реальность, которая воплотилась в проект «Роботизированный ассистент водителя». Это система, которая позволяет предотвращать огромное количество аварий, связанных с засыпанием водителя во время вождения. Система способна фиксировать состояние человека за рулем. Если водитель засыпает, запускается автопилот. И для предотвращения несчастного случая автомобиль, соблюдая все правила дорожного движения, отправляется на ближайшую парковку. На разработку такой умной системы у педагогов и воспитанников школы информатики ушло 3 года. Все началось с простого светофора и элементарных механизмов. А сегодня устройство превратилось в беспилотник, который состоит из нейросетей и компьютерного зрения. И наша задача, как педагогов, сделать так, чтобы сложное стало простым, и в то же время вот этот интерес, который живет в детском творчестве, он получал признание, в том числе на международных конкурсах. В прошлом году юные программисты уже представляли свой проект на престижном международном IT-форуме в Японии. С того момента авторы успели доработать устройство. Теперь беспилотник способен распознавать лицо и закрытые глаза водителя. Данная система позволит сократить число жертв на дорогах, потому что это достаточно распространенная причина крупных аварий. Сегодня авторы занимаются переносом программного кода с игрушечной модели на реальный автомобиль. Система уже прошла тестовые испытания и, возможно, совсем скоро станет новым словом в робототехнике. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.